Можно сказать, что муниципальное предприятие «Водоканал» — это современное, динамично развивающееся производство, осваивающее постоянно новые технологии. И, наверное, двигателем, безусловно, интеллектуальным центром является Ирина Фасович Ильин, а исполнители — это вот те как раз замечательные технические руководители, инженеры, грамотные специалисты, которые воплощают эти идеи, делают их в действительности и обеспечивают нас качественной водой в полном объеме. Череповцы уже давным-давно забыли, что такое отсутствие воды на 9-м этаже или некачественная вода. Граждане предъявляют настолько высокие требования к воде, «Водоканал» все время вынужден соответствовать этим требованиям и совершенствовать непрерывную технологию. Спасибо вам большое за разговор.